Здравствуйте, дорогие мои! Я хочу сегодня вам рассказать о том, как счастливая мама может сделать счастливыми своих детей. Об этом, наверное, вы все уже слышали. И давайте конкретно поговорим, из чего же состоит счастье матери. Понятно, что у нее есть дети, и это уже делает ее счастливой. Но почему же, когда женщина сидит по уходу за ребенком дома, ее быт превращается в день сурка? Каждый день одно и то же. Сопли, готовить, уборка, и некогда заняться даже собой. И как в таких обстоятельствах можно еще быть счастливой? Конечно, у каждого из нас есть какое-то представление о том, что должно быть, какая она идеальная мама. И мы все представляем, да, маму из рекламы, которая живет в красивом доме, у нее чистота и порядок, у нее детки все чистенькие, добрые, веселые, радостные, у нее муж замечательный, и все, накрыт стол, полно еды. И вот такие какие-то картинки, они создают у нас очень много напряжения. То есть женщины, они больше стараются даже для внешнего вида, да, то есть чтобы гости пришли и сказали: да, ты хорошая мама, ты хорошая хозяйка. И заботьтесь больше о внешнем, да, чтобы дома всегда было чисто. Но вы сами понимаете, что когда есть дома маленький ребенок, соблюдать чистоту в доме очень сложно, потому что ребенку нужно развиваться. И чтобы ребенок нормально развивался, ему нужно предоставлять для этого все условия и позволять ему делать беспорядок, позволять ему познавать окружающий мир с помощью своих рук, пачкать руками что-то, трогать, там, раскидывать, ходить, бегать, прыгать, кричать и так далее. Да? И это никак может быть несовместимо с порядком в доме. Но что для вас важнее, чистота и порядок или же развитие нормальное, здоровое вашего ребенка? Вот эта вот дилемма очень часто мучает молодых мамочек. Должна ли я именно соответствовать тому, чтобы внешняя картинка моей семьи была похожа на эту рекламную картинку? Я очень сильно стараюсь, и у меня это очень плохо получается, потому что получается, если я стараюсь все время создать какую-то идеальную картинку дома, это все происходит через мое внутреннее напряжение. Я при этом нервничаю каждый раз, когда ребенок, ну, устраивает беспорядок. Я нервничаю, когда у меня что-то вовремя не получается. Но в сутках всего лишь 24 часа. И вы не можете, ну, полностью свое время посвящать только чистоте и порядку. Вы сами понимаете, что когда вы на этом зациклены, то у вас на это уходит очень много времени. Но гораздо важнее то, как вы себя чувствуете внутренне. Не внешняя чистота и порядок в этот период важны для вас, а ваше внутреннее ощущение в этом доме, в этом состоянии, в этот период, когда вы ухаживаете за маленьким ребенком. У многих девушек бывает отношение к этому периоду, что это какой-то застой, это потеря времени, это я зря вообще, ну, я могла бы там делать карьеру, я могла бы личностно развиваться в это время, да, а мне приходится целый день сидеть дома и с утра до вечера заниматься только вот ребенком и только хозяйством. Когда у женщины такое отношение к этому периоду, она, конечно, себя чувствует как ущербно, что она что-то делает не то и что она теряет время зря. И, конечно, она от этого будет нервничать, конечно, она будет недовольна, конечно, она всячески будет внутренне ощущать вот эту какую-то неудовлетворенность. Как это сказывается на ребенке и как это сказывается на семье? Погода в доме, это вы тоже, наверное, все слышали, в основном зависит от женщин. Если женщина себя чувствует прекрасно в роли матери, в роли хозяйки, потому что вот эта роль ухода за маленьким ребенком, это временная роль, это всего лишь год, полтора, два, ну максимум 3 года вашей жизни. А что такое 3 года вашей жизни и здоровье вашего ребенка на все последующие годы, которые вы вложите в него вот в эти первые годы? Именно в эти первые годы ребенку нужна ваша любовь, ваша забота. Самое главное, ребенку нужно ваше хорошее эмоциональное состояние. То есть, когда вы умеете делать счастливой себя, только тогда вы можете получить счастливого ребенка. Если вы сами постоянно уставшие, недовольные, раздраженные, все время вам чего-то не хватает, все время вы думаете, что ваше место где-то в другом месте, что это вообще не ваша роль какая-то,
конечно, это приносит ощущение несчастья. И тогда ребенок это тоже чувствует, и он тоже становится таким же, как вы. Потому что в первые годы ребенок чувствует все, что чувствует мама. И даже если она это никак не выражает, то есть внутри ее прямо вот клошматит, у нее там прямо злость, раздражение, а внешне она пытается быть спокойной, пытается подавлять, гасить в себе эти эмоции, ребенок все равно это чувствует, ваше недовольство, и он это недовольство будет вам проявлять. Он будет болеть, он будет проявлять какое-то поведение, которое вам не нравится и так далее. И еще важный момент, значит, еще раз давайте повторим. Первое, не стремиться за идеальной картинкой внешнего. Очень важно, как вы себя чувствуете внутренне. Поменяйте свое отношение к этой вашей роли. Это временная роль, которая дает ребенку вклад в его в будущее, в его личность, в его развитие, в его ценность, в то, каким он будет дальше. И если вы вложите в это свою душу, свою любовь и сделаете это именно с ощущением того, что да, сейчас мое место дома, сейчас мое место и моя роль матери важнее того, что я там профессионал или я там развивающаяся личность. Да? Сейчас я могу переключиться и принять вот эту роль, и самое главное, чувствовать себя в этой роли удовлетворенно, счастливо и благополучно. Тогда ребенок будет ваш счастлив. Ну вот основные правила, какие еще хочется сказать для вас, да? Значит, первое, чтобы не быть уставшей каждый раз, счастливая мама никогда не забывает о себе. Счастливая мама всегда чувствует, как ей. Если она устала, то ей важнее поспать, чем там выгладить кучу белья, помыть посуду. Это все может подождать, потому что, ну, может быть, ходят к вам родственники, проверяют, да, но тогда это можно пресекать. Самое важное не то, что внешне, как выглядит ваш дом, а самое важное, как вы себя чувствуете. И если вы чувствуете себя уставшей, раздраженной и так далее, вам нужно время для себя, для того, чтобы побыть немножко наедине, ну хотя бы там сходить в ванну, попросить мужа вас не беспокоить часто. И это даст вам уже силы, энергию, бодрость и ощущение того, что вы отдохнули. Может, вы можете провести выходные вместе с супругом, оставить ребенка. То есть все время ощущайте, как вам. Если вы устали, то отдыхайте. Поспать с ребенком, вот бессонные ночи – это неотъемлемая часть жизни матери, имеющего маленького ребенка. И это очень важно – спать. Когда ребенок спит, спите вместе с вашим ребенком. Если вы будете выспавшиеся, то вы себя будете чувствовать лучше. Если вы не спите ночью, потому что ребенок беспокойно спит, но он днем-то отсыпается, а вы нет. Поэтому подстраивайтесь под ребенка и спите вместе с ним. Потому что здоровый сон важнее, чем какие-то недоделанные дела. Следующее. Счастливая мама умеет просить помощи. Некоторые женщины начинают геройствовать и думать, что нет, я же хорошая женщина, я хорошая хозяйка, я хорошая мать, и я всем это докажу. Я не буду, даже когда предлагают помощь, говорят, да нет, я сама, вот не надо этого стыдиться, не надо этого стесняться. Просить помощи нормально. И именно в этот период, когда у вас маленький ребенок, вы больше всего нуждаетесь в помощи, потому что вы не можете выйти, вы не можете делать какие-то вещи, когда у вас взрослый ребенок, например, да? Следующее правило. Значит, счастливая мама не старается быть идеальной, об этом я сказала, да? И счастливая мама делает себя счастливой. То есть она находит какие-то радости в жизни. Она находит то, что ее удивляет, восхищает, дает ей положительные эмоции. Именно в этой среде, когда она сидит дома, когда у нее есть редкие возможности выходить из дома. И в этом она ощущает удовольствие, радость и удовлетворение.